Исполнительный совет ЮНЕСКО назначил Адри Азуле на пост генерального директора этой организации. Кандидатуру ее еще должны утвердить на генконференции 10 ноября все 195 государств-членов. Адри Азуле 45 лет. Ранее она занимала пост министра культуры Франции. Главная задача – вернуть авторитет и доверие к организации, уже заявила Азуле. Особенно после того, как на днях США заявили о выходе из ЮНЕСКО. Несмотря на то, что Вашингтон почти 6 лет не платил взносы, ущерб после выхода США будет существенным. Организации придется свернуть часть проектов и сократить свой бюджет. Même si les enjeux d'aujourd'hui, ce ne sont pas les enjeux d'hier. На сегодняшние вызовы можно ответить только с помощью коллективных действий. Если мою кандидатуру все-таки утвердят и мне передадут руководство, первое, что я сделаю, это сконцентрируюсь на работе по восстановлению авторитета организации и ее эффективности. В это кризисное время нам нужно как никогда больше работать в рамках ЮНЕСКО, поддерживать, укреплять и реформировать организацию, а не выходить из нее.